занимать. Ну, конечно, все этот казино не занимает. Ну, короче, если сет будет прикольный, я его вам спалю. Так. Добавим бонусный сундук. Я хочу сит поставить. Сит. Так. 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. И скриня бонусов. Смотри. Залушайте дерево на плаву. Ну и шо? Кстати, если вы хотите скачать бесплатно Майнкрафт, вы можете его скачать бесплатно в Гугле. Если вы знали это, напишите в комментарии. А если вам поведу интересную информацию, то пишите тоже в комментарии. Так. Нет, самая последняя версия, 1.20. Так, мы заспавнились. Если здесь деревня есть, здесь есть, то это очень прикольно. Так, наши самые первые ресурсы забираем. Вот куда ли здесь деревня рядом есть? Это будет вообще бомбезно. Просто крутяцки. Наконец-то записываю, как мы выживаем. Сначала для этого сделаем сверчок. Так. И делаем это все. Давай. Так. И теперь есть рядом деревушка. Согласен, что у нас лети не сменить. Наверное, у нее здесь нет, но... Ладно, давай сейчас сделаем каменное оружие. Мы просто добудем камни. Закатила на печку и на все каменные оружие. Кроме мотыги и лопаты. Нам нужно только топор, кирка и меч. Я загоняла мир, где мы подарили моей сестре выживали. Он очень прикольный, этот мир. А то мы там пользовались тут деревней. А вот два камня, наверное, хватит. Так, делаем печку. Делаем самые важные вещи. Блин, а палки закончили. Все так снова скрафтили. Так. Вот так. Теперь мы можем так вот. Любите медь или топор? Я очень люблю. Ну, мы готовы.
Убьем бабочку. Хватит свинка. Вот так. Добываем. О, овечки, мне шковать нужна. Сори. Ох. Чуть не упал. Ой, упал. Да, деревня есть, деревня. Да, я нашел деревню. А где есть кузница? Откуда я не здесь есть? Да, я так и знал, что я найду деревню. Я нашел деревню. У-ху-ху. Вообще круто. Жители, наставник, привет. Здесь, наверное, кузницы нет. Я нашел деревню. Все равно. Хоть и без кузницы, все равно. Деревня. Все равно, это деревня. Тихо. Я нашел деревню. Ха. Круто вообще. Вот мы сделаем. Выходим. Вот уже мы деревню нашли. Я не ожидал, что мы вообще найдем деревню. Надеюсь, что мы найдем. Надеюсь, что мы ее найдем. И мы ее нашли. Ладно, заканчиваем серию. Встретимся завтра. Всем удачи, всем пока.